называется «Завтрак холостяка». На самом деле все мои уже позавтракали, а я пока всех развезла, пока всех до этого накормила. Вот сама только сейчас сажусь завтракать. Сегодня у меня незамысловатый завтрак, яичница, круассан, кофе и помидорки. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Ребята, вот это да! Вот это он попёр! Обалдеть! Этот вот тоже прорастает. Сейчас вытерем. Этот вот тоже. Все нормально. Все с ними хорошо, но этот просто красавчик. Но по нему и видно было, что он более такой живой. А тут у меня все еще никак не распустится. Какая-то розовая будет, видимо. Эти набухли. А это, походу, да, бездетная. Очень жаль. Прям обидно за нее. И снова здравствуйте, товарищи. Наш неизменный маршал снова в эфире. Сегодня у нас миссия. Во-первых, мне сестра заказала сумку. Еще пока не знаю, ну, размер она вот сказала, какой примерно, летнюю сумочку. А еще мы с Максимом... Максим, пойдем. С Максимом хотим посмотреть ему шляпу, шорты и какую-нибудь майку, да? Типа того. Так что мы идем сегодня вдвоем. Так, помните, здесь были шляпы адидасовские, черные? Уже нету. А еще есть Максим, смотри, какая панамка. Не, я хочу просто именно взять шуку, чтобы не слетало. Не слетало? А, я поняла. Да, чтобы... Смотри, есть джинсовые шорты. Не хочешь джинсовые? Тебе спортивные надо шорты? Да, надо. Окей. Я вот думаю, может быть, веночек купить в Дни независимости на дверь. Ребята, я нашла вот эти штучки на ногу. Они, оказывается, с другой стороны. Вот это $15 стоит. Так, что еще есть? Давайте посмотрим. Вот такая штука есть. Такая же, да, по-моему? Есть еще серебристая со слоником. Но вот такая еще есть. По-моему, толстенькая, да, слишком для ноги. Ну, собственно, больше... Кажется, на ногу ничего нету. Вот еще смотрите, какая-то пчелка есть на ногу. И все. И вроде бы все. Так, шорты. Максим говорит, ему нужны спортивные. Что-то я оставила телегу. Не очень удобно, да? Вот так вот ее поставлю. Пойдем посмотрим. Так, это какие-то огромные размеры. Это, по-моему, слушай, это клиренс, поэтому здесь выбора немного. Это большие. Это вот толстые такие, знаешь. У них даже... Ну, они, не знаю, они... Просто... карманов. А карманы есть вот такие? Карманы так сбоку причем еще. Да. Так, ну тебе нужен M, наверное, размер, да? Или какой тебе нужен размер? Ничего. Так, здесь нету особо. Вот здесь вот есть какие-то шорты. Ух ты, вы смотри, какие. Нет, здесь тоже не закрываются. Но они тонкие-тонкие. Подожди, тут закрываются. А, вот сзади. Это сзади. Сзади или спереди? Это сзади. Ну, конечно, сзади. Сзади. А тебе надо что, телефон класть? Ну да. Вот карманы впереди вот эти вот. Угу. Потрогай, какие они тоненькие. Ну, эти не знаю. Так... Вот эти мне не очень нравятся. Они какие-то стрёмные. Ну, слушай, а вот этот, смотри, размер как у джинс идет. Вот да. Есть вот такие темные, вот есть синие, ну такие серые, синие какие-то. А вот смотри еще, вот такие, потрогай. Но они не закрываются, карманы. Так, вот эти мне нравятся прям, вот эти синие, хороший цвет. Это большие, да. Так, где еще ее шорты? Огромные, да, шорты? Совсем. Можно, кстати, в примерочную зайти здесь и померить, если хочешь. Нет, сначала надо найти. Вот это вот спортивное. А, вот, чисто. Подожди, тут есть. Мне кажется, Adidas тебе так и нравится, вот с такими полосками. Не знаю. Вот смотри, Reebok, но они, кажется, не закрываются. Ну, у вас отревали, да, закрываются. Так, давай посмотрим, какие еще есть. Вот Reebok тоже. Но зато они тоненькие. Так, вот это какие фирмы?
Тебе главное, чтобы закрывающаяся штука была, да? Да. Вот эти вот, у них какая-то липучка сзади есть, у шорт. Сзади? Ну вот, на кармане сзади, видишь, на липучке. Да, я вижу. Дай посмотри, сколько стоит, $15. Вот эти тоже хорошие по качеству. Еще карманы есть? У Пума? Есть, впереди. Глубокие, ну, довольно. Если, они, если он глубокий, то... Подожди. Сейчас. Примеришь телефон? Да. Вот Adidas был бы без вот этих вот дурацких полосок? А, ну знаешь, подожди. Че, провалился телефон туда? Да. Что-то мне кажется, хорошо, это как вариант на самом деле. А может быть, они все-таки как-то закрываются? Нет? Сколько таких стоит? 15? Yes. А, нет, эти 25 стоят. О, премиум. Премиум класса шорты. Ну, довольно глубокие у них карманы, я тебе скажу. Это как вариант. Так, еще смотри, какие есть. Вот из такого материала. Может, такое приятнее будет? Потрогай его. У них есть карманы? Да. Глубокий? Нет, не сильно. Не сильно. Есть еще вот такие какие-то широкие. А, ну хотя если телефон тяжелый, но если даже сидеть вот так буду, то... Нет. Могут выпасть, да? Ну, можно и Adidas, но... Как тебе эти полоски? Я бы на самом деле цвет другого взял. Мне цвет не нравится. Цвет не нравится? Так. Не, ну пойди, вообще. Подожди, можно? Давай... О, смотри, а это Карл Лагерфельд. Оказывается, да, ну, тут... супер брендовые шорты, будешь вообще модный, особенно если в Алмату в таких поедешь, там все будут... А, вот смотри, Макс, вот здесь вот много шорт еще. Так, это вот смотри, медиум, или это плавательные шорты? Да нет, вроде нет, так. Active wear. Что? Надо именно карманы искать. Мне да, бы... да, я поняла, что главное карман. А, слушай, вот здесь вот сзади есть закрывающийся карман. Ты сам тоже сзади были? Не-не-не, потрогай, вот он с замком прям. Да, и там же тоже были с замком. Ну, я не люблю телефон сзади носить. Я поняла. Так. Удобно. Видите, какая проблема? Так. Подожди, а вот эти... Ну, они такие единственные, видишь, они, во-первых, короткие, да. Кельвин Кляйн, кстати говоря, да. Вот, видишь, у них такая, да, тут надпись, мне кажется, тебе не особо, да? Так, вот это что такое? Вот эти обычные какие-то, что это за фирма? Так, Кельвин Кляйн, подожди, белые? Не, я просто смотрю, тут даже карман, но мне нравится этот материал, кстати. Это чемпион черный, ой, красный. А вообще среди карманов нету, подожди. Нет, есть, вот, видишь, впереди. А, это впереди. Да, вот есть синий чемпион, смотри. Тоже карманы глубокие. Окей. Рибок. Тут не очень глубокий, ты знаешь. Что-то... Да, ты проверь. Так, это эска. Слушай, ну мало, да, шорт нет, с этими? Да-да-да. Мало шорт с такими глубокими карманами. Ну, да, только вот там. Вот сюда попробуй запихать. Ну, вот эти, да, сестры, более-менее. Угу. Вот здесь, кажется, тоже довольно глубокий карман. У меня в этих более... Ну, видишь, у меня в этих прям вот... Ну, он уже прям вот до этого прям... Ну, да. До конца. Вот эти вот по качеству хорошие шорты, но у них карманы глубокие сзади только. Вообще я еще могу шорт использовать, как эти, те мои джинсы. Они же с локом. А, которые отстегиваются. Вот я же тебе говорила, в Коско есть прекрасные шорты, мне кажется, с такими карманами, как ты хочешь. Так. Если тут не найдем, то поедем в Коско, да. Так, это что-то огромные же размеры. А, другой... а это swimwear. Подожди, а где-то вон там еще шорты есть. А, мы там смотрели, нет? Вот тут. Или нет. Это джинсы там? Что это? Тоже а, шорты? Большие уже. А. Медиум где? Медиум там в конце. Вроде бы мы тут уже или нет? Не-не-не. Опа, подожди. А, нет, тут вот теперь карман. О, подожди. Белый ты хочешь? Не, смотри. О, карман идеальный, смотри. Телефон прям тут. Угу. Ну они какие-то только это, видишь, белые шорты.
Они коротенькие, тебе не кажется? Кажется. Тебе же надо чуть подлиннее, да? Да. Слушай, а вот эти О'Нил, как тебе? Попробуй карман. Они, смотри, как брюки сделаны. Тут довольно тоже... Да, неплохой, да? Да, тут довольно тоже. Ну, их надо померить. Они как мои. Давай вот еще попробуем померить. Вот эти, да? Да. Это все такое за... Да, по материалу. Ну, они по материалу довольно тепленькие такие. Ну, более-менее, мне кажется. Да, но они зато с этими, да, с зиплоками. Давай попробуем. Подожди, давай посмотрим, может быть, тут еще есть. Может, тебе L, в принципе, можно мерить? Тут, потому что L дофига, видишь, подожди, сколько? Подожди, вот эти черные, что там? А, да, нет. Что, это L? Да. А, это такой же фирмы, да? Да. А, другого цвета только. Ага, тоже такие же, да. А ты уверен, что такие светлые тебе подойдут? Да. Потому что я переживаю. Я за тебя переживаю. Так, погоди, вот здесь вот еще какие-то стрёмные. Так, набрали тут разных шорт. Сейчас Максимыч померяет, какие ему подойдут. Те и возьмем. Так, Максим сейчас будет выбирать себе майку. Я сейчас покажу, какие мы шорты взяли. Вот такие цветом взяли шорты, потому что у них есть карманы на замке. И вот такие. Вот эти классно вообще на них смотрятся. И Макс, а, слушай, тут еще есть, смотри, какие оказываются они. У них есть обычный карман, а есть еще на замке карман. Mm-hmm. Класс, да? У меня так нашел. Ну, это один только карман у них такой. Но нормально, хорошо. Сейчас скажу, сколько стоит. По $10, кажется, они стоят. Да, по $10. Это М-ка размер. Да. А оно на тебя, блин, капец. Они длинные просто, смотри, какие. Ну, повыше. Подвигать. Ну-ка, дай-ка. Поверни стеной. Ну, а попу прикрывает просто. Может быть, и нормально будет. Но мне кажется, тебе Эльку не надо, потому что они прям огромные. Ты у меня стройный парень. А вот черная. А, это М-ка, Мэнс, да. Это Мэнс. Вот черная, смотри, Рибок. Тоже спортивная. Так. Такой тебе вырез не нравится. Еще считаю, что у меня шорты же чуть длиннее будут. Да. Не знаю, на самом деле, типа... Ну, можно вот взять, какая-то и... Херли. Сейчас посмотрим. Вообще можно. Вот такая, смотри. Ну, блин, какие... Капец, они длинные. Может, тебе эску надо? Не, потом надо ее заменять, на... потом на вырезе ее. Да, ты так долго не носишь их. Ты что, не будешь это брать? Не знаю, можно? Сколько? Берешь? Так, давай еще в Young Man сходим. Вот есть вот такие вот, смотри. Пума вот с такими рукавами. Это чемпион. Ну вот она на тебя размером. А, нет. Ты просто не любишь надписи всякие. Вот люблю эти. Большие надписи. Да, большие надписи не любишь, знаю. Здесь тоже, кажется, с большими. Пума тоже, видишь, какая? С большой кошкой. Так. Вот тоже чемпион. Слушай, ну они все с надписью. Вот это вообще. Так, это эски. Вот серая есть. А ты же дома будешь заниматься? Или такое? Ты хочешь ходить еще? Не ходить скорее. Я же а, хочу. Ты хочешь вот так вот ходить в этой штуке? Я же еще вдруг хочу записаться. Слушай, а вот это? Не очень, да? Вот какая-то, смотри, просто есть. Тебе говорю, мне нужно сначала с этим найти. С короткими рукавами. Без рукавов. Да. Но они все какие-то с этими, с надписями огромными. О, во! Смотри. Цвет какой-то. В рябушку. Смотри, подходит под твои шорты. Вот эти вот. Ну, окей. Как тебе, да? И посмотри, какой материал, потрогай. И она эска, но она, мне кажется, тебе окей будет. Окей, да. Ты стройный парень у меня. Вообще, ребята, красивый парень растет. А вот смотри, это типа твоих. Типа... Оранжевый. Нет, типа розовый. Она по... Ну, знаешь, по... Персиковая паттерну, какая-то. Да. Она же тоже вот по паттерну подходит. Да, тебе нравится? Можно ну, как альтернативу. У тебя, правда, много такого цвета, да, всяких? Ладно, давай возьмем ты пока. Ты сейчас видишь, да? Да, даже сейчас ты ж такой. Текс. Я вот просто смотрю, в эсках, может быть, что-то будет подходящее. А что-то чуть черное.
черную, прям совсем. Да. Total Black. Вот какая-то Street Fighter. Черная. А вот же черная. Вот, смотри, есть Calvin Klein, черная. Да, но мне надо ехать в черный именно с этим, без... Без ничего? Без рукавов. А, без рукавов. Без рукавов черный. Так, ладно, пойдем искать. Как будто да, мне кажется, что вот это... Потому что это какая-то, ну, да, выбели, здесь, да. Выбеленная, как будто выстиранная. Да. Так, тебе же надо с коротким рукавом, я правильно понимаю? Да. Но это, мне кажется, это тоже... Она по материалу прикольная. Да. Согласна. Есть еще вот такая... А, это две сразу идут. Ага. Серая и какая-то. Вот здесь Гес еще желтая. А, ну это Элька уже. Так. Такая стрёмненькая. У меня это было белое чемпион. Такое у меня резко была маленькая. Ну, то, что её сейчас Лёша носит. Да. Мне же вообще дарили. Угу, на день рождения твой друг какой-то дарил. Вот майка алкашка, Томми Хилфигер. Для того, чтобы заниматься в твоем этом гараже. Mm-hmm. Так, а это что такое? А, это та же Эдди Бауэр. Розовую не хочешь? Mm-mm. Вот тоже какая-то без сники. А это Ральф Лорен. Я бы тебе сказала, что это прям круто для занятий спортом. Томми Багама, кстати, тоже хорошие майки. С рыбой. Да, у них все с рыбой. Вот черная тоже. Ничего особенного. Ничего примечательного. Смотри, слушай, они тут все висят, те, которые без рисунков. Вот зеленая. Ладно, пойдем искать. Вот такая есть еще. Цветом. Мне тоже нравится этот цвет. Тебе хорошо будет. Вот есть вот такие майки, Макс. Не нравится? Есть белая, но она какая-то, смотри. Нет? Я тоже думаю, нет. А, это эти, знаешь, это спортивные, наверное, какой-нибудь команды, да? Да. Я даже не знаю, что такая напряга с этими майками, с короткими рукавами. А, вот ты эту имеешь в виду, да? Угу. World Champs. Это кто? Снупи. Пес этот. А, пес. А, точно, точно. Прикольная. Нет, она тебе как раз то, что это для молодых мужчин тут все. Поэтому она должна быть тебе как раз. Вот смотри, какая. Нет, да? Так, товарищи. Volkswagen, смотри, майка Volkswagen для любителей. А еще и сзади старый-старый Volkswagen, смотри. Это не про нас. Так. Вот смотри какой. Чё, Devil Dogs? Чё попало? Так, Максим, почему-то нету с короткими рукавами. Почему нету, я не понимаю. Короче, мы нашли одну вот такую, да. Так себе, но это и вот такую прикольную. Так, мне сестра надо сумку выбрать. Смотрите, какая классная. Она хотела летнюю сумку. Сейчас посмотрю, это кажется, Ральф Лорен. Насколько я вижу, сколько стоит? $89. Да, но она хотела такую какую-то трапециевидную светлую сумку. Летнюю, точнее, не светлую, а летнюю. Да, посмотрим, что тут есть. Вот такая есть классная сумка Calvin Klein. Но она большевата, мне кажется. Вот типа такого, мне кажется, да? Mm-hmm. Макс ткнул, говорит, вот, смотри, бери. А, $30. Здесь она какая-то покоцанная, видишь? Такого можно и в Алмате, мне кажется. Ну, в Алмате ты за $30 такое не найдешь точно. Вот это вот, мне кажется, ей понравится. Так. Синенькая. Она потому что кожаная, скорее всего. Что еще? Зелененькие есть. Надо было все-таки спросить, я не знаю. Нет, она хочет просто какую-то новую летнюю сумку. А про цвет она ничего не говорила? Нет, про цвет она ничего не говорила. Вот Стив Мадден тоже симпатичные сумочки. $30. Ну, тем более, это же подарок. Да. Во, вот это вот. Ну, это большая, наверное, да?
Nine West. Розовую, может, ей? Розовую? Ну, такую, яркую. Mm-hmm. Да. На самом деле много всяких таких. А смотри, то, что подходит почти ко всему. Да? Видите, у меня есть это... Как это называется? Отличный консультант. Говорит, надо такую, чтобы ко всему подходило. American Laser. Слушай, это кожаная сумка. Вот еще есть какая беленькая. Томми Хилфигер, что ли? Что-то такое. $60. Да. Вот еще есть розовенькая Nine West тоже. Ко всему и так не найдешь, конечно, чтобы все подходило ко всему. Индийские. Вот это классненькая. Интересно выглядит так. Сколько стоит? $30. Ну, просто на лето хочется, мне кажется, что-нибудь такое. Вот Michael Kors классный, маленький. Сейчас вам скажу, сколько стоит. $100. Это рюкзачки. Вот это вот тоже ничего такая. $30. Летняя очень модель. А вот, смотри, коричневая. Кстати говоря, вот можно вот такую типа взять. Потому что она подходит много к чему. Единственное, есть ли у нее внутри ручка? Как ты думаешь? Внутри? Ну да, вот которую можно прицепить. Вот есть, есть, есть. Мне кажется, такая очень даже ничего. Removable card case. Где? А, вот этот вот, да. Тут карточки можно еще хранить. Вот он. Отличная сумка. Отличная сумка? Ко многому, да, подходит? Да. Я тоже так думаю. Не маленькая? Мне кажется, да. Достаточно. Максимыч одобряет. Валя, если что, это, Максим помогал мне выбирать сумку. Так что это, наслаждайся, дорогая. Вот еще желтенькая, ничего такая. Тоже, кажется, Анни Кляйн. 24. Что-то с ней не то, видимо. А, здесь вот она какая-то немножко... По-моему, клиренс здесь, да, на этой стороне? Это значит, что сумки со скидкой... Да, да. Вот с этой стороны сумки все с какими-то дефектами. Здесь они какие-то стрёмные все почти. Помнишь, которые мы хотели взять? Которые я их себе искал? Ага. Офигеть, сколько их! Да, тут почти нету тех, которые мне нужны. А, это нет, это груминг. А. Это для это сумки для того, чтобы там класть бритву, что-то да. Такое. Это для тревелинга. Вот что я нашел. Как нашел? А, вот ты хотел, чтобы было... Да, я хотел с этой штукой, чтобы можно было... Вот я же говорила, это, что мы найдем здесь то, что нужно. Где-то я вот еще, смотри, есть еще белые. Надо тебе белые? Она тоже с продуванием. А ты лучше померь ее, потому что... Я не померил, она прям мне по голове. Идеально? Да. По голове. Только не дотягивай ее. Так, а какие еще есть варианты? Никаких больше нет? О! Что она дальше не идет? Ну, подожди, надо нажать. А, неправильно сделано. Завязали, взяли. Не, взять, конечно, можно, но тут и вроде есть. Ну, вроде есть пофиксенные. Смотри, тут разные размеры. SM есть. А есть еще побольше, по-моему. Это LXL вообще. Вот это? Да. Есть еще, смотри, какого цвета. Вот такого тебе не нравится? А вот еще есть белые панамки NASA. Ну, это вроде бы, не знаю. Это Adidas? Да. Ну, что-то у них кого-то... Она не... А, маленькая? Это какая, LXL? Это SM. SM. А побольше нет? Причем, смотри, подожди, что за фигня? Что такое? Они одинаковые, что ли, или что? Нет. Они нет. Одинаковые, но разного размера. Не, да, я про размеры говорю. А давай вот эту посмотрим, LXL, может быть. Посмотри, если она, вот. Если она не испорченная, если она, да? Не завязана, то можно ее взять. Оу. Короче, сейчас я все порушу. Так. Не завязана? Нет, кажется, она правильно завязана.
Вот смотри. А, нет, нормально, да. Ну, померь. Как тебе будет? Так, глядя. Нормально? А вот такой тебе цвет не нравится? Нет. Вроде да, вроде бы нормально. Всем выбрали, кроме нашего кота. Так, это все для собак, да, игрушки? Да. Для собак. А для кошек где? Вот это для кошек тоже, да? Да, кстати, для собак, мне кажется. Тут нарисована киска тоже. А не собаки? Вот это вот, котенок же. А, ну там, да. А, вот может быть здесь? Короче, надо какую-нибудь такую фигнюшку. Ну, может, сюда лапы можешь сделать. Это, кажется, кидать для собаки, а лапы свать не надо. Да, слушай, почему-то для кошек игрушек нету. Ну, или я не вижу их. На кассе надо посмотреть. Ладно, пойдем искать венок. Вот по той стороне пойдем. Хотела посмотреть, почем венки. 25 долларов. До хрена. До хрена, я тоже так думаю. Не стоит, да, не того? Жесткие такие, кстати говоря, из чего они сделаны? С какой-то деревяшки. Грязные будут. Ладно, без венка обойдемся. Тряпочный. Ну, тряпочный. Тоже будет. Да, будет грязный. Это точно. Ладно, пойдем. Все, мы сегодня нашопились. Ты нашопился, Максимыч? А, кстати, где-то здесь я видела. А, вон там вот для котиков и для прочих. Вон, видишь? Игрушки. Тут тоже больше для... А, вот для котиков, вот, смотри, какие мышки есть. Это для котиков или для собак это? Вот, кажется, для котиков. Но что он с этим будет делать, с этими мышками? Ничего не будет делать. Да все больше для собачек. Это для котов. Для котов? Вот, смотри. Вот тут написано. Здесь вот что-нибудь написано про это. А что он с ним будет делать? Наверное, царапать. Грызть, что ли? Не, мне кажется, да. Царапать. В общем, надо, мне кажется, в какой-нибудь PetSmart зайти или что-нибудь такое, да? Там же есть магазин для животных. Да, для животных. Я про это и говорю. Потому что вот здесь ничего такого симпатичного. Вернее, не то, что симпатичного. Особо-то ничего и нету для кошек. Все больше для котика, ой, для собак. Знатно мы сегодня пошопились на 135 долларов. Мы сестре сумку купили, а все остальное одели Макса. На лето называется.